Всем привет! С вами Дарина, и сегодня я расскажу вам о новинке Epson L486 из серии «Фабрика печати». Если вы постоянно теряете или попросту не любите USB-провода, то модель Epson L486 для вас идеальный вариант. Компактный, мобильный и удобный в использовании. Многофункциональное устройство печатает напрямую с карт памяти, а также по Wi-Fi с мобильных устройств на базе iOS и Android через приложение Epson iPrint. Второй особенностью нашего сегодняшнего героя является печать без картриджей. Вместо них находятся встроенные контейнеры объемом 70 мл на каждый, что в 10 раз превышает объем стандартного картриджа. Палитра цветов четырехцветная. Epson L486 порадует высокой скоростью печати. За минуту устройство выдает 10 монохромных и 5 цветных страниц в режиме стандарт. В черновике скорость в 2 раза выше, но текст получается заметно блеклым. Разрешение печати составляет 5760 на 1440 точек на дюйм. Минимальный объем капли 3 пикалитра. Что касается фотографий, то они получаются яркими, с хорошей детализацией. Печатает без полей на всех форматах. Но советуем печатать в режиме «Наилучшее фото». В стандартном видны мелкие полосы. Сканер цветной с показателями 1200 на 2400 точек на дюйм. Загрузочный лоток верхний, емкостью до 100 листов офисной бумаги. Максимальная допустимая плотность носителей 300 граммов на квадратный метр. Одним из преимуществ модели является наличие жидкокристаллического дисплея диагональю 3,7 см, что значительно облегчает управление устройством. В общем-то, все в этой модели хорошо. Единственный минус, пожалуй, это цена. Как и все представители серии «Фабрики печати», она стоит довольно дорого. $220. За эти деньги можно купить два Epson XP-342 с SNP-Chaining System. И даже деньги останутся. На этом у меня все. Заходите на Originalom.net, мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам.